конкурс грантов губернатора Архангельской области, который пройдет в марте этого года, добавлено два новых направления: развитие арктических территорий и социальная поддержка людей, участвующих в специальной военной операции и их семей. Арктика – территория стратегическая не только для Поморья, но и для страны в целом. Ее развитию уделяется максимум внимания по этой тематике. В конкурс добавлено сразу 6 направлений – от развития туризма до экологической безопасности. Второе направление касается проектов по оказанию помощи семьям военнослужащих и людям, прибывшим в регион из новых территорий России, по социальному сопровождению и реабилитации участников СВО, а также по повышению общественной активности ветеранов. В конкурсе остались и 12 прежних направлений. С полным перечнем можно ознакомиться на портале грантыгубернатора.проразвитие29.рф. Прием заявок стартует 20 марта. Участниками могут стать социально ориентированные некоммерческие организации Архангельской области. Компании, которые работают меньше года, могут получить грант до 500 тысяч рублей. НКО с большим стажем – до 2 миллионов.